параллельных и независимых от человека процессах. Но теперь думаю, что взросление определяется волей. Каждый может решить стать взрослым в определенные моменты жизни. Такие моменты выпадают нечасто. Во время кризиса отношений или когда предстоит нечто новое, ими можно воспользоваться, а можно и не обратить на них внимания. Я создал себя заново, запрятал подальше пацана и превратился в совершенно другого человека. Теперь я уверен в своем предназначении. Не постареть, но стать взрослее. Слабости превратить в силу. Разучиться бояться. Взять ответственность. Совершать поступки. Не обманывать себя и не предавать принципы. Держать удар и верить в то, что ты делаешь.